Это лучший мод, за который действительно стоит поставить лайк. Вы посмотрите на это. Привет, мои скауты! С вами Кьюбайт и добро пожаловать в GTA 5. Мы продолжаем в ней играть и продолжаем смотреть здесь моды. Вы сильно не кричите, из ваших комментариев я выбрал мод на призрачного гонщика. Вообще, изначально я хотел сделать прям такой ролик по отряду самоубийц и призрачному гонщику. То есть совместить сразу, ну не знаю, около 6 модов. Но, к сожалению, это не очень получается сделать, потому что, ну, довольно сложно устанавливать моды и все поставить разом это тяжело. То есть, и тем более их показывать потом в ролике тяжело, потому что это выйдет, ну, на минут, наверное, 30-40, если каждый мод детально разбирать. Поэтому я выбрал призрачного гонщика, и, конечно же, я покажу отряд самоубийц, вы не переживайте. Я почему выбрал призрачного гонщика? Потому что здесь есть что показать, на самом деле. То есть, моды на отряд самоубийц, они там вообще в основном без способностей, там просто скины, которые, ну, изменяют внешний вид персонажа. А здесь есть кое-что интересное, я первый раз запускаю, серьезно. То есть, мы с вами будем впервые смотреть. Значит, мы нажимаем нашу привычную менюшку, выбираем Ghost Rider, и... Так, что я должен сделать? Да, дать способности. Окей, я готов. Готовы? Я не знаю, я не... Окей. Загорелся. Воу. Ладно, я стал призрачным гонщиком. Наверное, это Джонни Блейз, я не уверен. Офигеть. То есть, стоп, а если я нажму сюда, то я убираю, да? Так, а ну-ка еще раз. О, офигеть. Он прям садится на колени, он, знаете, такой, не могу. Вообще же изначально Джонни Блейз не мог контролировать свои силы, а потом он начал превращаться вообще, когда захочет. Окей, так, что еще я могу сделать? Конечно же, у нас есть наша цепь, которая тоже огненная, то есть он может вообще любому оружию придавать огонь, придавать особые силы, но мы также можем вызвать байк. Давайте это сделаем. Офигеть! Нифига себе! Он реально... я не знаю, а если я еще один вызову, допустим? Этот исчезнет? Да, этот исчезает. Офигеть, он прилетает вообще из любого места. Крутецки. И посмотрите-ка, воу. Это реально новый байк? Или такой был в игре? Я не знаю, если вы в курсе, напишите, потому что я такого еще не видел в GTA 5, то есть именно такого байка. Обалдеть. Так, ладно. Воу, здесь есть атаки? Погодите, как это делается? Что я сделал? А, фаербол, смотрите. Цепь. Ладно, мы это попробуем. Окей, мы можем сесть? Все, замечательно. Черт возьми. Сейчас бы еще какого-нибудь рока, было бы хорошо. У нас немного радио играет, я надеюсь, что YouTube как бы не будет ругаться на эту музыку. Воу, это довольно быстрая штука. И посмотрите, все отлетает, боже мой, это то, что мне нужно было. Это крутейший мод. Ладно. Так, что мы еще умеем? По идее, я посмотрел по способностям, есть какой-то режим турбо, если нажать... Так, ага, блин, включается телефон. Так, а если я зажму? Да, включается телефон, но зато появляется... А, действительно... Турбо. Видели, да, огонь? То есть дополнительный. Смотрите, сейчас я покажу, если вы не заметили. То есть мы едем. Так, давайте немножко отдалим. Как это можно сделать? Вот, вот, мы отдалим. Смотрите, нажимаю турбо. Раз, два, три. Вот. Появляется дополнительный огонь из трубы. Офигеть! Это очень быстрая штука, и управлять даже тяжело. А потом есть еще какой-то режим, если нажать Ctrl. А, окей, вот так. То есть это козел такой. Ну да, в простонародье. А, это крутецкий мод. И мы можем так ехать. Ну, по-моему, в GTA это было до этого, я помню, еще в GTA San Andreas. То есть, также катался на модсках, это было тоже круто. Но то, что все разлетается, то, что все взрывается... А ну-ка, посмотрим. То есть, они прям вообще горят-горят? А ну-ка, куда вы улетаете вообще? Эй, почему вы не отлетаете? Нужно разогнаться именно? Вот, если честно, после флеша это, наверное, самый крутой мод. То есть, флеш все-таки крут тем, что там время еще останавливается. Да, все отлетает, но не взрывается, к сожалению. Так, потом там еще есть атаки, да, про которые я говорил. У нас есть цепь, конечно же, куда же без этого, призрачный гонщик. Ну-ка. Бей! Как я должен бить? Иди сюда. О! Нифига себе! Как я это сделал? Так, стоп. Кажется, я могу притягивать тачки. Стоять! Ага, я могу... Стоп, 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 погоди, погоди, погоди. Сейчас покажу вам. Иди сюда, красавица. Я могу ее с собой носить. What the fuck, что за воздушный шарик? Так, где копы? Где копы? С какой стороны они едут? Вот они. Красавцы, готовы? Получайте, копы! Обалдеть. Так, что там еще? Воу. Блин! Вот это нужно Эль Диабло! Вот эти способности нужны Эль Диабло. Офигеть. Я попробую как-нибудь это поставить, хотя я не уверен, что получится сделать так. Но я хочу, чтобы Эль Диабло это умел. Так, ладно, что еще?
Фаерболы, конечно же. Блин, это лучший мод, вы это видите вообще? Сейчас коп бежит, бежит, бежит. Я могу в него прям точно попасть, честно? Как-нибудь вот так. О, замечательно. Так, копы, уходите. Ну, довольно сильно взрывается, то есть это, знаете, такая быстрая граната. Хорошо. Так, есть, конечно же, цепь. А, вот так, мы должны выбрать цепь, и он ей бьет, смотрите. Неплохо. Так, сейчас, чувак, стой. Я могу его словить, по идее. Иди сюда, красавчик. Я, посмотрите, даже, я даже с человеком это взял. О, я знаю кое-что, еще нужно попробовать. Я не знаю, я не уверен, что это работает, но я надеюсь, что это есть в игре. Вы только посмотрите на него. Он же выглядит великолепно. Череп есть, огонь есть, костюм есть, который выглядит, в принципе, сносно. И, конечно же, огненная цепь, куда без этого. Я, кстати, по-моему, бессмертный, если я не ошибаюсь. Меня не могут убить. Чуваки, уходите. Иди сюда. Так, там, по-моему, еще один коп. Держите, вы там кого-то спасу. Посмотрите, он даже тянет своего напарника, наверное, да? А ну-ка, иди сюда. Покажи, что ты там делаешь. Вы его спрятали, серьезно? Все, уходите. Посмотри. О, это... What the fuck? Вы видели, что я сделал? Смотрите. Я могу их, типа, карать за их грехи. О, вот этот знаменитый взгляд призрачного гонщика, он здесь работает. Круто! Это действительно неподдельные эмоции, я действительно рад. Мне приятно в это играть, потому что это круто. Смотрите, то есть, вы в курсе, да, что у призрачного гонщика есть такая способность, да, мне, кстати, ну нет, по чуть-чуть убивают. Есть такая способность, то есть он может смотреть в глаза, и, ну, тот злодей, кому он смотрит в глаза, он получает всю вот эту боль, которую он причинил за время своей жизни. То есть, допустим, если он там убивал людей постоянно, то за все эти смерти он получает боль, и вы представляете, насколько это сильная боль. И здесь примерно то же самое работает, и это круто. То есть такой взгляд здесь тоже есть. Есть цепь, есть вот этот взгляд. А я могу, допустим, вот... Нет, стоп, а, я не то нажал, да? Вот так, потом вот так, вот так. И посмотрите, из них как из сверхъестественного. Ну вот если смотрели сериал «Сверхъестественное», то есть из них такой дым, демон как будто вылетает, вау. Это, ой, кстати, меня убивает. Так, где наш байк? По идее я могу еще вот так его призывать. Да, круто. Байк, спасибо. И мы просто угоняем. Ну вас нафиг, ребята, ну вас нафиг. Все, до свидания. Это лучший мод, серьезно. Это пока, наверное, самый продуманный, самый крутой мод. То есть флеш, конечно же, офигенен. Но по способностям, то есть по канону, ну да, по канону, это реально крутой мод. Серьезно, он же круто сделан. Вот такого я не ожидал еще в GTA. И самое главное, этот мод очень просто ставится. То есть там буквально нужна одна программка, сам мод и еще вот эта моделька призрачного гонщика. Все, и там устанавливается буквально за несколько минут. Это, не знаю, это прям вселенское добро. Ха-ха-ха, я могу еще жечь и ехать на байке. То есть я могу выбрать, допустим, фаербол и вот так делать. Разлетай. О, посмотрите, то есть он из байка стреляет. Ха-ха, это все продумано. Так, а если цепь, допустим, как это работает? А-а-а. Я могу еще вот так дрифтить. Я, честное слово, не знаю, можно ли это делать просто в GTA без этого мода, но посмотрите. То есть здесь есть дрифт. Вот такой. Скорее всего, да, можно, потому что вряд ли придумали целую механику дрифта специально для этого мода. Я, кстати, по-моему, здоровье пополнил. Кто там у нас стоит? Вы чё, хопы? До свидания. Так, я думаю, пора уже вызывать какого-то босса, который мог бы нам противостоять. Хотя я не уверен, что вообще кто-то может противостоять этому призрачному гонщику. Так. Кого мы можем попробовать вызвать? Давайте включаем... Так, тут у нас есть Халки. Ну, конечно, Халки это то, что нам нужно. Можно призвать какого-нибудь спидстера. По идее, это же тоже можно здесь сделать, нет? Ага, можно даже призвать Человека-паука. Давайте попробуем это сделать. Я не знаю, как это будет выглядеть. Вот он, Человек-паук, посмотрите, он даже кого-то... Он быстро бегает. Видите? О, ты чё? Ты чё, Спайди? О, зря ты это сделал. Вот зря ты это сделал. Ты же умер. Он так быстро умирает. Спайди, ты не силен, я силен. Вы только посмотрите на этот эпик. Это просто демоническая сила. Пора призвать более сильного врага. Попробуем-ка мы призвать мерзость. Я не уверен, что это получится, но надеюсь... А, да, я забыл, я хотел же проверить, черт возьми. Так, мерзость, отстань, я не знаю, где ты ходишь. Но я хотел попробовать сесть в чужую тачку, и как это будет... Это работает!
То есть, вы знаете же, да, что Джонни Блейз, ну, допустим, вообще любой призрачный гонщик, по идее, если он сядет в транспортное средство, то он может придать ему силы и сделать его демоническим, то есть таким же огненным. И здесь это тоже есть. Посмотрите, я сел в копскую тачку, она загорается полностью. И она, да, она приобретает эти силы. Так, а если я, погодите. Да, да, то есть это все работает. Все эти фаерболы. Обалдеть, я чуть ли не взлетел сейчас. Черт возьми, как они это сделали? Вот этот взгляд, который да, посмотрите, оказывается, глаза загораются. Боже мой. Нет, я правда, я не наигрываю эмоции. Это офигенно же. Вам серьезно это не нравится? Если вам не нравится, кто вы вообще такой? Ох, мой шарик. Оу, даже военный. У нас 5 звезд, ребята. У нас действительно проблемы, но призрачный гонщик держится. Все-таки у него есть регенерация, то есть он может восстанавливать все свои конечности, все свои силы, все вообще восстанавливать. Хотя у него один, по идее, скелет, то есть у него нет никакой плоти сейчас. И я могу же превратиться в обычного человека и просто умереть сейчас. Но я этого делать, естественно, не буду, потому что, ну зачем? Зачем это делать? А, кстати, стоп, если я нажму сюда, наверное, да? Ой, нет, быстро, Майкл, возгорайся. Да, все, мы снова призрачный гонщик, замечатель. И, кстати, полное здоровье. Пойдемте по карте, будем искать наших врагов. Полицейские меня не видят, я, пожалуй, вызову байк. Мы быстренько найдем мерзость, быстренько уничтожим. И на этом ролик, наверное, закончим. Но, блин, я вас даже убеждаю скачать этот мод, поставить его, если у вас есть GTA 5, если вы разберетесь, как это ставить. Хотя там, правда, несложно, то есть... Черт, я, кажется, уже нашел нашего врага. Это мерзость. Ну что, вы готовы, ребята? Противостоять этому. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я хочу попробовать на тебе вот это. Давай, ответь за все грехи. Отвечай за все грехи. Если нет, то я могу пламенем дожечь тебя. Давай, сжигайся. Чёртова мерзость. А, еще горит, хорошенько горит. Куда пошла? Ну-ка стоять. Вот вспомните, как мы дрались за Флэша. Как мы дрались за Железного Человека. Оу, меня убили? Кто это сделал? Кто-то убил призрачного гонщика. Какого черта? Если идет дождь, я правда не горю? То есть мой огонь, он тухнет? Прикольно. Но я хочу сказать, что я хочу призвать новую мерзость, потому что ту я не победил, меня убили. Нам помешали нашей битве. Так, тачка, ты должна стать призрачной. Оу, yeah. Я теперь вам не Джонни Блейз, я Робби Рейс. Так, смотрите, мерзость здесь у нас стоит. Держи. Оу, неплохо, да? Еще раз. Мы выйдем, пожалуй, чтобы разобраться лично. Да гори ты, гори, 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 гори. Фаербол тебе, фаербол тебе. Держи тебе цепью, я не знаю. Так, стоп. Я хочу тебя схватить. О, я держу саму мерзость. Получай. Куда ты улетел? Да, мерзость превратилась уже в Халка или что-то, я не знаю, здесь что-то странное. Какие-то манипуляции непонятные произошли, и, в общем, они как-то слились. Но я думаю, что это победа. Мы победили. Это лучший мод, это лучшее веселье, которое я испытывал пока в GTA 5. То есть, да, Флэш офигенен, но за него просто бегаешь. А здесь можно крушить. Ты получаешь просто все могущество призрачного гонщика. Если вам понравилось, если вы хотите больше модов, ставьте лайки. Моды будут, там еще новые выходят. Обязательно все покажу. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.